В эфире новости Карелии, в студии Анна Касьянова. Здравствуйте. Я и мои коллеги расскажем о главных темах к этому часу. Программа попадет не только сельские поселения, но и поселки городского типа и малые города. Работники культуры, переезжающие в районы Карелии, смогут получить по 1 000 000 рублей. И это все позволяет нам как раз углубиться и в понимание истории земли. 4 апреля в России отметят День геолога. Почему эту профессию считают одной из самых романтичных? Я ищу какие-то сюжеты в ситуациях, которые случаются со мной в жизни. Новая выставка в медиацентре «Выход». Чем удивит зрителей молодой художник? В этом году в Карелии стартует программа «Земский работник культуры». По аналогии с земским доктором и земским учителем, специалисты с профильным образованием в сфере культуры смогут устроиться на работу в сельской местности и получить ощутимую финансовую поддержку от государства. О чем еще говорили сегодня на заседании коллегии Министерства культуры Карелии, расскажет Юлия Степанова. Приток молодых специалистов с профильным образованием в сельские учреждения культуры в последние годы практически иссяк. Зачастую муниципалитетам приходится брать на работу людей с образованием в смежных областях. Но, например, в детских школах искусств это невозможно, поэтому вакансии там остаются незакрытыми годами. Проблема приняла общероссийский масштаб, поэтому в начале прошлого года президент поручил Минкульту найти решение. Результатом стала федеральная программа «Земский работник культуры». Не только сельские поселения, но и поселки городского типа и малые города. Если говорить о Карелии, это вся республика, за исключением города Петрозаводска. Период реализации программы 6 лет. В Карелии планируется выделить порядка 57 миллионов рублей, из них 11 миллионов запланировано на 2021 год. На сегодняшний день в Карелии остаются свободными 57 вакансий. Каждый участник программы при переезде в сельскую местность получит 1 миллион рублей и сможет потратить его на ипотеку, покупку или строительство жилья. В свою очередь он обязан отработать 5 лет в учреждении, предоставившем работу. Кроме нововведений, на заседании коллегии обсудили и итоги работы в 2020 году. Лариса Подсадник напомнила о масштабных проектах, которые удалось реализовать, несмотря на пандемию. Одно из главных открытий прошлого года – музей Карельского фронта. По словам премьер-министра, уже сейчас он бьет рекорды по посещаемости. Это один из лучших музеев, я не побоюсь этого, на территории России, который посвящен Великой Отечественной войне. И самое интересное, что мы продолжаем работать над этим проектом, потому что в 2020 году мы не успели завершить, скажем так, полный цикл этого проекта. Остались еще бункеры, которые тоже представляют часть сооружений. Обсудили и работу волонтеров культуры, и то, каким должно быть современное культурно-досуговое учреждение, наметили планы работы на ближайшие годы. В начале своего доклада министр культуры Алексей Лесанин отметил, что хотя 2020 год не стоит считать показательным, по его итогам доходы учреждений культуры заметно снизились. В этом году придется приложить все силы для восстановления показателей. Даже несмотря на то, что предпочтения публики изменились, люди все равно охотно идут на мероприятия, как из-за длительных ограничений, так и благодаря тому, что отрасль не стоит на месте. Работа, которая была проделана в отрасли, те испытания, которые мы прошли, только закалили нас, сделали сильнее. Юлия Степанова, Максим Зверев, служба новостей. Два карельских педагога удостоены высоких наград. Указом президента России медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени награждены директор Ломоносовской гимназии Марина Кузнецова и директор Петрозаводского автотранспортного техникума Ирина Кувшинова. Глава Карелии Артур Парфенчиков на странице в соцсетях поздравил педагогов и пожелал им дальнейших успехов. Сегодня Карелия присоединилась к международной акции «Зажги синим». Ежегодно 2 апреля проводится Всемирный день распространения информации об аутизме, а здания известных памятников архитектуры подсвечивают синим цветом в знак солидарности с людьми с расстройством аутистического спектра. Благотворительная акция впервые прошла в Карелии в 2018 году по инициативе детского благотворительного фонда «Открытые возможности». В этот день в образовательных учреждениях проводятся классные часы и занятия по информированию об аутизме, в учреждениях социального обслуживания – круглые столы и семинары, в учреждениях дополнительного образования – мастер-классы и беседы на тему аутизма в нашей жизни. На Древлянке изменится схема движения транспорта. Это связано со строительством дороги, которая свяжет жилые кварталы с новой школой. С 15 апреля будет закрыт проезд машин по улицам Новоселов и Оборонной. Администрация города просит водителей заранее планировать пути объезда. До конца года здесь должна быть построена современная автодорога, оборудованная тротуарами, велодорожкой и освещением. Средства на реализацию проекта выделены из федерального бюджета, а общая стоимость составит почти 245 миллионов рублей.
В Карелии 135 километров федеральных дорог защитят слоями износа. Основной объем работ пройдет на трассе Кола. Это позволит обеспечить безопасность дорожного движения до выполнения капитальных ремонтов на этих объектах. А что делать, например, петрозаводским водителям, из-под колес которых уходит асфальт и грунт, ломая их железных коней? Об этом и не только расскажет Анжела Маркевич в своих дорожных хрониках. Весеннее слепящее солнышко, ночные заморозки, невнимательность на дорогах со стороны водителей и пешеходов, а также традиционные сезонные проблемы на магистралях, когда проваливается асфальт или грунт под колесами авто, пополняют статистику ДТП. Смотрим нашу невеселую подборку за неделю. Петрозаводск, 30 марта. Наезд на пешехода. Легковушка поворачивала с улицы Титова на Куйбышева. В это же время женщина пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Традиционно оба участника аварии не приняли мер для предотвращения аварии. Пешеход серьезно травмирован. Костомукша, 31 марта, улица Интернациональная. Гнавший с немалой скоростью водитель легкового авто не справился с управлением перед перекрестком. Машину занесло и развернуло на 90 градусов, после чего он наехал боком на бордюр и опрокинулся. Без жертв. Петрозаводск, 27 марта, Комсомольский проспект, у пешеходного перехода в районе пересечения с Балтийской. Водитель легковушки также не учел дорожные условия. Далее классика жанра. Авто занесло, развернуло на 180 градусов и отбросило за пределы проезжей части на газон и металлическое ограждение. К счастью, и тут никто не пострадал. Петрозаводск, 29 марта. ДТП с участием Kia и Fiat на перекрестке Гоголя-Анохина. Что двигало водителем Kia? Большой вопрос. Эта авария облетела все социальные сети. 30 марта на Машизерской Нива передним колесом ушла под землю. Очевидно, не по своей вине. Практически тут же засыпанная яма снова разрыхлилась и угрожает другим водителям. «СОС!» – кричал еще один участник дорожного движения, который колесом ушел под грунт на улице Правды около МЧС. В дорожную ловушку попал и этот водитель Рено Логана на повороте у кафе «Легенда». Яма, как написали, полметра глубиной. Видимо, в нее же угодил и этот внедорожник. А вот и третий на том же самом месте. Еще одна жертва весенней ямы предупреждает остальных, что это на пересечении Ленинградской Варкауса. Будьте осторожны. Сочувствуем и тем водителям, которым приходится ездить по улице Пограничной в Петрозаводске. Чтобы преодолеть этот квест и не попасть в ДТП на встречке, нужно иметь везение. Асфальт сошел вместе со снегом с петрозаводских дорог, пожалуй, по традиции. Но водителям от этого не легче. Что делать, если ваша машина ушла под землю? Считается ли это дорожно-транспортным происшествием? И надо ли вызывать ГИБДД? Спросим у специалистов. Попадание транспортного средства в выбоину на проезжей части – это дорожно-транспортное происшествие. И его оформление осуществляется только с вызовом сотрудника ГИБДД. Инспектор приедет, составит акт, и по этому акту уже будет произведена работа по линии ГИБДД. В случае обращения в суд этот акт будет предоставлен в судебные органы. Ну, то есть, если это КАСКО, то обращаемся в страховую. Если страховкой не предусмотрена компенсация такого вреда, то обращаться, естественно, в суд нужно будет к собственнику дорог, который ненадлежащим образом содержит проезжую часть. На сегодня это все. Берегите себя и не становитесь участниками дорожных хроник. 1 воскресенье апреля. Свой профессиональный праздник отмечают геологи. Время для этого выбрано не случайно. Окончание зимы знаменует начало подготовки летних полевых работ и экспедиций. Камни в Карелии повсюду, и наши ученые читают их как книгу. О том, как по тонким срезам горных пород реконструировать историю Земли, узнавала Виктория Швецова. Наша республика – настоящий геологический музей под открытым небом. Древнейшая история Земли у карелов лежит прямо под ногами. На территории края представлены древние докембрийские породы возрастом около 3,5 миллиардов лет. Карелия славится еще и древними вулканами. Карелы живут почти как камчедалы в краю, который окружен вулканами. В районе Петрозаводска их почти 5 штук. Вот Соломенная, Суйсарь и так далее, Шуйская, Чупа. Застывшие вулканы Карелии несут в себе большие загадки. Когда исследователь рассматривает, как выглядят лавовые потоки, чаще всего это вот невзрачная такая порода, которая содержит какие-то полости. Раньше там были газы. И когда, например, исследователь понимает, что там ожидает, то там могут быть вот такие сюрпризы. Это газовая полость, заполненная кристаллами
аметиста. Геологические памятники природы пользуются большой популярностью у местных жителей и привлекают туристов. Один из них – вулкан Гирвас. Во время строительства гидроэлектростанции здесь были обнаружены слои возрастом 2 миллиарда лет. В них можно без труда увидеть включение турмалинов. Богатая геологическая история – это еще и огромные запасы полезных ископаемых. Ученые Карельского научного центра исследуют кладовые республики и изучают потенциал их использования. Однако силы наших геологов направлены не только на разведку недр Карелии. Исследование срезов древних пород показывает движение тектонических плит. Континенты смещаются на 1-2 сантиметра в год, и 2 миллиарда лет назад Карелия находилась на экваторе. Объект исследования Олега Максимова – эклогиты, породы возрастом 2 миллиарда 700 миллионов лет. Образцы собраны на территории Кемского района. В тонких срезах этой горной породы под электронным микроскопом можно определять включение минералов размером в пару микрон. Так можно узнать, на какой глубине происходило формирование этой породы и как она продвигалась далее. И это все позволяет нам как раз углубиться и в понимание истории Земли, определить условия формирования этих пород и реконструировать постепенно историю развития Земли. В Институте геологии также наблюдают и за землетрясениями. Для этого ученые обустроили 4 сейсмостанции в Лоуском, Костомукском, Петкранском районах и в Петрозаводске. Датчики мы располагаем обычно в подвальных помещениях или вот как вот на этом примере показано, это бункер. Вот и сам сейсмоприемник. Такие датчики среагируют даже на отдаленные происшествия. Например, Карельская станция зарегистрировала 5-бальное землетрясение на Филиппинах. А вот жителям республики можно не волноваться. У нас слабый сейсмичный регион. Подземные толчки происходят не чаще 2 раз в год и человеком не ощущаются. Приборы намного чаще фиксируют техногенные взрывы от добычи полезных ископаемых. Они происходят до 300 раз в год и также очень слабы. Все полученные результаты ученые отправляют в геофизическую службу в город Упнинск и в Карельский МЧС. Виктория Швецова, Варвара Ермоленко, служба новостей. В Карелии состоится дебютный показ фильмов юных режиссеров. У некоммерческих организаций появилась возможность получить новые субсидии, а карельские достопримечательности войдут в топ локальных, культурных и туристических брендов России. Об этом мы не только расскажем коротко. За минувшие сутки коронавирусная инфекция в Карелии выявлена у 79 человек. Выздоровели 135. Подтверждены еще 3 летальных исхода. Это жительница Костомукша, а также жители поселков Пряжа и Эльмус. Все пациенты имели сопутствующие хронические заболевания. Короткометражные фильмы, снятые карельскими школьниками, представят на большом экране в рамках проекта «Я покажу тебе Карелию». В нем участвовали 10 школ региона. Показы пройдут 2, 3 и 6 апреля. Ладожское озеро и горный парк Рускеала вышли в финал всероссийского конкурса брендов «Топ-1000 локальных, культурных и туристических брендов России». Итоги конкурса подведут после 30 апреля. Поддержать местные бренды можно, проголосовав за них на сайте проекта. Открылся прием заявок на конкурс субсидий для некоммерческих организаций Карелии. Документы принимаются до 22 апреля. Конкурсный фонд составит 5 миллионов рублей. Подробности можно узнать на сайте Министерства национальной и региональной политики Карелии. На 50-летнего жителя Петрозаводска напали в подъезде и украли мобильный телефон. Нападавшим оказался ранее судимый 39-летний мужчина. По версии следствия, злодей вынул сим-карту из телефона пострадавшего и подарил его приятелю. Возбуждено уголовное дело. Ежегодно 2 апреля, в день рождения великого сказочника Ганса Христиана Андерсена, весь мир отмечает Международный день детской книги. Наша съемочная группа решила узнать, что сейчас читают дети и как изменились детские предпочтения в литературе за последние годы. А ты сам любишь читать? Да. А какие книги ты читаешь? У меня есть дома книжка. Вот там есть котенок Тюпа, где вот сейчас там разговаривали про этого котенка. Сейчас читаю «Большие кошки». А про что эта книга? Это книга про больших кошек. Логично. В
детстве я любила сказки про принцесс, как многие девочки, думаю. А также школьную программу, которую в школе давали для летнего дневника. А в данный момент я читаю «Войну и мир» по программе школьной, но также читаю дополнительно «Мастера и Маргариту». Обожаю сказки до сих пор и любила очень в детстве сказки, французские, украинские, сказки народов мира, в принципе. Гарри Поттера, само собой, как же без него. Вкусы, конечно же, поменялись, потому что все-таки дети стали любить приключенческие разные произведения, фантастику очень многие читают, детективы. Сейчас очень много детских детективов, поэтому очень многое читают детские детективы. В медиацентре «Выход» открылась выставка графики Владислава Крылова под названием «Печатник». Художник, которому на днях исполнится всего лишь 27 лет, еще 2 года назад стал членом Союза художников России. О молодом таланте и его работах расскажет Наталья Ильина. Почти петрозаводский. Таким считает себя Владислав Крылов, молодой художник, который родился в Санкт-Петербурге, а сейчас и вовсе живет и работает в Москве. С нашим городом его многое связывает. Влад с самого детства часто приезжал в Карелию, и у нас состоялась его первая персональная выставка. К слову, в его работах главное не брутальность и экспрессионизм, как может показаться на первый взгляд, а скорее обыденные и даже банальные сюжеты. Я ищу какие-то сюжеты в ситуациях, которые случаются со мной в жизни, то есть это банальные какие-то бытовые сюжеты. Вот. И я их превращаю во что-то более интересное. Обыденность может быть интересной, главное это заметить, считает он. А для этого нужно вскрыть повседневность и увидеть в ней нечто большее. Так, например, работа под названием «Как зовут, что нарисовал» – это образ типичного зрителя на выставках, которого интересуют всего 2 вопроса. И у этого зрителя всего лишь 1 ухо, куда влетает и вылетает информация. Я много смотрю, потом перерабатываю это все в голове и рисую. После этого рождаются работы. То есть сначала тут рисуются эскизы, потом это все гравируется и печатается. Каждая работа может вас запечатать. И чтобы распечататься, вам надо хорошенько посмотреть и понять. Посмотреть работы Влада и постараться их понять можно до 24 апреля. Наталья Ильина, Александр Борисов, служба новостей. В горном парке Рускеала появилась еще одна достопримечательность. Смелый лисенок выходит из леса и позирует туристам за еду. А встреча с мохнатым предпринимателем написала в социальной сети ВКонтакте Светлана Шарапенко. По словам автора, лисенок без тени страха вышел к посетителям парка и смотрел прямо в объективы направленных на него камер и фотоаппаратов. После фотосессии зверек получил, что хотел, и разделил заработанную честным трудом еду с сорокой. На этом все. Для вас работали Анна Касьянова и команда службы новостей. До встречи в эфире!